Еще в 2008 году на Десногорском городском совете решили организовать территориальное общественное самоуправление. В настоящее время в 5-м микрорайоне Десногорска планируется создание такого общественного самоуправления. Об этапах создания, подготовки необходимой документации для запуска этого проекта подробно рассказал Андрей Шубин. Для начала необходимо создать инициативную группу из жителей не менее 3 человек. Затем на учредительном собрании определяются границы действия ТОСа и принимается устав. Муниципалитет при этом ведет желающих создать ТОС от самого начала регистрации. ТОС может создаваться на базе коммерческой организации или иметь статус юридического лица, рассказал глава города и о субсидиях, предназначенных для лучших проектов. Это совещание организовали специально для инициативной группы жителей Десногорска. Они хотят реализовать проект ТОС в городе и уже в этом месяце, возможно, приступят к реализации. Полный пакет документов и информационную литературу глава города также передал на совещании. Заверил Андрей Шубин инициаторов и своей личной поддержкой. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.